Гонг и сразу в бой. Этот турнир важен для каждого из бойцов. Ведь победители будут защищать честь своего региона, Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области на чемпионате России. Среди спортсменов на турнире каждый второй – лидер сборной страны, чемпион мира или Европы. Очень приятно, что Ленинск, Кузнец, Кемеровская область привезли очень сильную команду. Мастеровитые ребята, кандидаты в мастера спорта. Они задают такой тон хороший, качественного кикбоксинга. Ну и, соответственно, алтайской команде это очень хорошее подспорье, очень хороший соперник. А главное, очень хороший раздражитель. По итогу двухдневных баталий на пьедестал чаще всего поднимались медалисты из Алтайского края. Вторые в общекомандном зачете – кикбоксеры из Кемеровской области. Тренерский состав говорит, что эта малая репетиция чемпионата России сложилась весьма удачно для наших спортсменов. Первый номер сборной России на обстрелку, так сказать. Сейчас следующий у нас – это Кубок Сибири в городе Красноярце, где Алтайский край будет, наверное, в первый раз представлен. Огромным количеством бойцов, более 150 человек. Напомним, чемпионат и первенство России по кикбоксингу пройдет в Барнауле в апреле. Ориентировочно наш регион представит порядка 100 спортсменов. Всего же на общероссийские соревнования съедутся больше 1000 участников из всех регионов страны. Бои обещают быть зрелищными, борьба напряженной. Артем Гусельников, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.